Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами снова Лев. И пришло время снять очередной ролик по теме дальневосточного гектара. В нашем чате собрались люди, которые подавали заявки на получение гектара на Дальнем Востоке. Ежедневно что-то обсуждается. Ну, вот накопилась информация, которую я хочу поделиться. Ну, во-первых, хочу поделиться радостной новостью. То, что у моего участка появился номер. Кто знает, это очередной этап на пути к получению своего гектара на Дальнем Востоке. Но, как я говорил в прошлых видео, у многих ребят, которые с нами идут также получать гектары, у них ситуация немножко иная. Они получили письма с уведомлением о приостановлении выдачи, ну, в связи с тем, что участки их попадают частично или полностью на территорию охотугодий. Но это известная проблема. Они уже очень много информации в сети, и, в принципе, и в новостях проходила информация. Короче говоря, это основная причина по приостановлениям. Ну, отказов как таковых нету, просто приостановили. Ну, в общем, суть в чем? О том, что такая ситуация сложится, в принципе, чиновники и все, кто работает в этой сфере, да, государственной, по выдаче этих гектаров, они, в общем-то, об этом прекрасно знали еще в конце 2016 года, но... Тем не менее, выдача гектаров не была как бы приостановлена, да, то есть все равно это все афишировалось, рекламировалось, но изначально вот эти чиновники, они знали, что они будут отказывать людям, ну, точнее, не отказывать, а приостанавливать, по причине того, что там до 85% Дальнего Востока – это охотугодие, то есть куда ни ткни, в принципе, ты так или иначе попадаешь на охотугодие. Почему мне выдали? Ну, у меня есть две догадки. Во-первых, я участок выбирал рядом с дорогой, ну понятно, что у дороги, ну какие там охотугодия. Ну прямо вот к шоссе оживленному прилегает участок. И второй момент, то что то первое видео снял и еще одно из последующих по теме дальневосточного гектара, оно в топе Ютуба находится вот уже, в принципе, с февраля месяца. Ну я считаю, что ну наверняка все, кто как-либо связан с дальневосточным гектаром, это видео увидели и, в принципе, ну отказывать мне как бы... Зная, что я и про это видео сниму, ну, получается, что как бы не совсем, наверное, это оправданно, проще дать. Хотя я вообще абсолютно как бы не настроен там скептически или негативно, для меня это просто эксперимент. Я в группе поддержки тех ребят, которые действительно нацелены на Дальний Восток, хотят там обосноваться, жить семьями, развиваться. Ну вот, а как мне использовать этот дальневосточный гектар? Ну, совместно с ними я еще как бы это пока обсуждается. Ну, никто не знает, как дальше... пойдут дела, может быть, мы на Дальний Восток поедем, кто знает. Ну вот, собственно, все новости на данный момент. Ставьте лайки, комментируйте, добавляйте видео к себе, подписывайтесь на мой канал. Всего доброго!